свою идею. Удается, вот, первым боец, которого я хотел демонстрировать такое зрелище клуба «Честь» и такой высокий уровень. Он уже в октагоне, давайте ему поаплодируем. Это уже опыт, наверное. Да. Я скажу честно, я бы не хотел затягивать, потому что функционально был не готов. Плотник! Ну, это уже, знаешь, это уже твои откровения. Ну, мы-то увидели бой высокого уровня. У меня в планах было выиграть в течение 2 минут, перевести партер и там уже сделать свое дело. Однозначно. Ну, сделал ты свое дело, мастер. Как ты, ну когда ты готов, когда ты готовишься, я тебе хочу сказать, что ну, любого соперника, кто бы перед тобой не стоял, у него нету шанса. Реально нету шанса. На самом деле, если бы я отдался только спорту, я знаю, если бы... У меня проблема только функциональная. Если я бы дался спорту и тренировался в день 2 раза, я уверен, я бы с любым вышел, мне все равно. Я никогда не отказывался ни от каких боев. Да. Я выходил с такими бойцами, как Забит Сарнацкий, буквально за день, за два. На коротком уведомлении. На коротком уведомлении, без подготовки. Да. Принимал любые вызовы, да. Это что, я всегда иду к любому вызову. Да, понимаю, даже если, может, я функциональный выйду, но все равно иду и... Да, и борюсь до последнего. Как в жизни, так и в спорте. Да. Да. Это я знаю, не раз это видел. И что сегодня доказывает то событие, которое ты создал. Для всех болельщиков спорта, для всех людей, которые любят сильные вещи. И это очень здорово на самом деле. Ну, вернемся к поединку. Вернемся к поединку, вот мы в ожидании поединка этого события. Спасибо. Много чего мне именно дал и технику борцовскую, это именно ты, Гела. Спасибо. Ты в стойке мне очень помогал, я и тебе благодарен. Когда я 4 года назад именно конкретно дался спорту, ты мне очень помог, спасибо тебе большое. Это наша... Я благодарен вашей школе, да. Вы меня воспитали. Давай, с самого начала я пришел к вам. Это наша старая школа еще, когда славно известный зал на подвале, где прошли очень многие сегодня титулованные бойцы. Артак Назарян, Александр Бутека, Давлет Яксимурадов. Алексей Олейник. Алексей Олейник, да. Можно сказать, все звезды в Харькове зажигались именно у нас в зале. Вашему вниманию изначально, а потом бойцов, они уже этот свет проносили сквозь боец, весь мир. Боец, который находится в красном углу слева от меня, он представляет клуб «Честь», город Харьков. Ожидаем зрелищный бой. Этот боец является мастером спорта международного класса по ММА. Он 2-кратный чемпион Украины по ММА, чемпион Европы и мира по ММА. Его профессиональный рекорд – 2 поединка и 2 победы. Боец, не знающий поражений, Ата Атоев! И его соперник, который находится справа от меня в синем углу клетки. Он чемпион Харьковской области по ММА, призер чемпионата мира по казацкому двубою, призер чемпионата Украины по фрифайту. Его профессиональный рекорд – 9 поединков, 5 побед и 4 поражения. Приветствуйте, Олег Плотник! Рефери в октагоне Андрей Коловоротный. Внимательно слушаю, подняем мои команды. Соблюдаем правила. Мы победители. Пожали удачи. Уважаемые зрители, теперь дело за вами. Давайте пошумим и поддержим наших бойцов. Итак, начало боя. Да, начало боя. Спортсмены заряжены. Ата пока не спешит. Да, поддавливает потихоньку, поддавливает, занял центр октагона уверенно. Хорошо, и правый добавил. Попал. Двигайся влево, не стой на одной. Вот, слабо. Двигайся, двигайся. Двигайся. Левую ручку подключи. Подёргай левую ручку. Поджимай. Хорошая такая игра на нервах называется.
Видимо, это поменял стойку. Да. Пока пристреливается. Вот, попал. Увидели яркий нокаут. Да. Очень яркий бой, очень яркий нокаут. Действительно, он очень сильный в стойке. Также он и сильный очень в партере. Друзья, я извиняюсь, я пойду. Там Даша, наш боец дерется, да, Толик? Давай. До скорых встреч на таком шикарном турнире. Всем благодарен. Благодарен каждому, кто помогал. Нокаутом. Но по-джентльменски. Всего доброго. Победу одержал Ата Атаев. Клуб чести. Также аплодисменты Олегу Плотнику за отличное противостояние. Очень-очень впечатлительный бой, очень впечатляющий, вернее сказать. Ата, поздравляю тебя с победой. Мне говорят, брат, пару слов туда-сюда, пожалуйста.